вчера очень быстро прошли 500 шагов, очень быстро, как никогда. Поэтому нам не мешайте, внимательно слушайте, не нервничайте. В очереди 600 человек. Второй день дежурства для отметки. Чтобы попасть в консульство. Сегодня посмотрим, насколько я подвинусь. Идут третьи сутки стояния живой очереди, электронной очереди. Не существует, на нее записаться невозможно. За последние сутки очередь продвинулась у меня, по крайней мере, на 25 человек. Не сильно беспокоится о нас, похоже, Украина в лице ее генерального консульства во Франкфурте на Майне. Они живут в свое мирное время, поправку на войну не делают. У людей, конечно, много проблем, особенно когда на детей оформляют паспорта. Вот наша действительность.